авиагородок Бельбек. Вы смотрите, вы видите сейчас на экране теплотрассу, которую мы просили 2 года усердной писанины и так далее, просили поднять ее выше, для того, чтобы в любой момент могла пожарная машина проехать к ТП, которое находится за этим домом. Другого подхода, когда ТП не было, потому что сгорит ТП, весь гарнизон будет без света. И наконец-таки эту мечту ветеранской организации о безопасности и энергообеспечении гарнизона Бельбек осуществили. Вот, вы видите, труба поднята. Какие-то проблемы, метр лишний добавить надо было всего лишь. Да, были правильные ответы, что совпадало все с техусловиями, все было правильно. Но надо было все поднять на 1 метр выше тех условий, что позволяла обстановка, но лень было сделать. Спасибо, что все же сделали.